Частный дом в Таганроге атаковал беспилотник. Судя по всему, российский из-за аварии. Упал БПЛА в половине шестого вечера понедельника. Дом загорелся. Пожар разросся на 70 квадратных метров площади. Его довольно быстро потушили. ЧП прокомментировал губернатор. По словам Василия Голубева, вооружения и боеприпасов на летательном аппарате не было. В доме никто не пострадал. На вывод о том, что беспилотник российский, наводит обломок крыла с красной звездой. По словам местных жителей, такие там летают. Вот и еще один в небе. Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадавший от атаки украинских беспилотников, возобновит работу в полном объеме в июле. Об этом заявил сегодня Василий Голубев. Напомним, что два БПЛА упали на территории завода утром 22 июня. Один попал по оборудованию установки и переработки нефти. Из-за разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения был выброс углеводорода с взрывом и огнем. Начался пожар. Заметим, что сейчас завод работает, но на одной из двух установок, а вторую должны отремонтировать до конца этого месяца. 11 российских аэропортов, в том числе Платов, останутся закрытыми и после 6 июля. Росавиация объявила сегодня об очередном продлении ограничения на полеты гражданских самолетов. Небо закрыто еще на неделю, до 12 июля. Меры по-прежнему касаются воздушных гаваней в Ростове, Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Ближайшие работающие аэропорты – Сочи, Минводы, Волгоград, Ставрополь, Москва. Объявил бойкот и удалился из зала по видеосвязи. Эмоциональным выдалось апелляционное слушание в Ростовском областном суде по делу Саюна Садыкова. Официально заявляю бойкот к вам и не хочу участвовать, не буду участвовать в этом судебном заседании. Отказываюсь от участия в судебном заседании. Я отказываюсь участвовать в судебном заседании, я объявляю бойкот, ухожу. Так слушание продолжилось без главного действующего лица. В апреле железнодорожный суд Ростова признал его виновным в вымогательстве 100 миллионов рублей у руководителей пансионата «Небуг» и имущества на Черном море. А при отказе угрожал слить данные, порочащие честь и деловую репутацию компании. Суд приговорил Саюна Садыкова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты и их подопечные с таким решением не согласились и подали апелляцию. Областной суд ее не удовлетворил и оставил приговор без изменения. 11 соглашений на общую сумму 31 миллиард рублей, 1300 новых рабочих мест. Василий Голубев подвел сегодня итоги участия делегации Ростовской области в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Эти проекты либо начаты, либо имеют конкретную уже локализацию, привязаны к земле, к месту их реализации. И значит, впереди просто практическая работа. Всего здесь было представлено порядка 50 проектов на стенде Ростовской области с объемом примерно 460 миллиардов рублей. В этих проектах новые электрозаправки и комплексы СПГ, заводы ферросплавов, полиэфирного штапельного волокна, холодильного оборудования, систем диагностики онкозаболеваний, сельскохозяйственных и коммунальных машин и так далее. Их задача – заместить продукцию, которой перекрыли путь в нашу страну. Самому юному послу мира Саманте Смит в этом году исполнилось бы 50. Ее письмо генсеку Юрию Андропову с переживаниями о сложных отношениях Советского Союза и Соединенных Штатов сделало ее известной на весь мир. А потом девочка погибла в авиакатастрофе. В память об американской школьнице и ее поездке в 83-м году в пионерлагерь «Артек» по приглашению того же Андропова творческая группа «ЮФУ» делает памятник. Сейчас скульптура формируется, а дальше будет отлита в бронзе. Вот этот голубь должен быть в руках у Саманты. По понятным причинам тут уже все разобрано. Формовка идет полным ходом. На формовку и литье уйдет еще месяц-полтора. А уже в конце сентября юный посол мира станет в «Артеке».